как можно больше вот этих вот словосочетаний своему партнеру, да? Все. Все просто. Ну что ж, сейчас решайте, кто из вас будет объяснять, а кто понимать. Кстати, как зовут? Так, Галя и Надежда, да. Я Надежду уже помню, что у меня склероза нет. Кто будет объяснять? Так, Галя будет объяснять. Тогда тебе микрофон, а Надежда будет громко выкрикивать ответы правильно, если отгадает. Хорошо? Говорить словами. Главное не использовать однокоренные слова и не называть те два слова, которые у тебя в карточке. Все понятно? Так, держи микрофон, но Надежда громко выкрикивает, чтобы весь зал слышал, что мы отвечаем. Держи карточку, поехали. Дневная служба. Солдат. Хорошо, а если нет дневная служба? Сторож. А если это два слова? Два слова, это первое прилагательное. Не дневная, что такое? Не дневная. Ночная. Служба, служба на корабле. Подсказывает, ну, зал. Вахта. Ночная вахта, правильно. Прямой? То есть не прямой? Угол. Яйцо бывает смятку, бывает жидкую. Не лестница, а трав. Трав. Вот. Трав какой? Крутой. Грустный боцман. А по-другому? Веселый. Кто выше боцмана? Капитан. Против. Серёж, швартуемся к чему? Швартуемся к плохому, к чему? Прищал. А на чем мы сейчас находимся? А прилагательные, извините. Какой-то тип... Конечно, прищал. Яса, ты, Тамара Ивановна, что делаешь? А на том, что мы находимся... Прилагательное. Прилагательное. То, что ты делаешь, Тамара Ивановна. Какая? Она какая? Ты ее что делаешь? А она какая? Красивая. Любимая. Мужского рода. На чем мы находимся? А прилагательное. Пожалуйста! А, готовят нам здесь еду на теплоходе. Да, а прилагательное перед этим он не маленький. Большой! Почти. Прилагательное. Главный. Шеф. Ну, он такой большой пол. Прилагательно, большой. Толстый ком. А, капитан рулит такое-то колесо. Маленький. Большой. Ну, тебе зал подсказывает. Отвечай, пожалуйста! Ну что ж,
Ваня.